Кино на ТВ-РУС. Вован. Помнишь, как в студенчестве отдыхали, а? Как городок назывался? Ну ты даешь. Ближнереченск. Точно, Ближнереченск. Вот бы сейчас туда. Ты сдуешься на второй день в палатке? Я сдуюсь. Слушай, может, постояльцев пустить, а? Ты не сдать эту мысль. Водитель, кондиционер включите, пожалуйста. С Москвы, что ли? А то не видно. Вы хотите комнату снять? Где вот это? Добро пожаловать, дорогой клиент. Знаете, мне некогда разговаривать с вами. Вы, мадам, научитесь с людьми разговаривать, а потом вывешиваете объявление. Всего доброго. Да Танюшка хороший человек. Она просто с утра до вечера, как белка в колесе. Клиента я верну. Юра, пьянь, вставай, утонешь. Если мы это повесим, значит, вы меня раздевали? А вы алкоголь. Сами вы алкоголик. Ирина Лачина и Александр Арсентьев в фильме «Юрочка» в субботу на ТВ-РУС.